Странно выглядит предложение Мюнхена, что они готовы принять у себя этих беженцев. Но молодцы мюнхенцы, проблема того не стоит. 2-3 тысячи несчастных беглых людей они не могут принять. Могут, конечно, но так что за проблема? Если поляки не дают этого гуманитарного коридора, препятствуют этому, ну так мы можем Белавия вывести их туда, в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение? Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем. Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим их, если это нужно. И упреки в том, что мы потворствуем, это глупость полная. Должен вам сказать, что за последние 3 месяца мы запретили въезд 1000 беженцам этим. Это легко проверить. Если немцы или американцы хотят убедиться в этом, пожалуйста, в аэропорту каждый человек на счету. И, ну, просто правильно здесь делают выводы наши журналисты и другие, что Польше этот конфликт сегодня нужен. Внутренние проблемы, проблемы с Европейским Союзом больше, чем достаточно. И начинается вот эта толчая и уже стрельба на государственной границе. Еще раз хочу подчеркнуть. Мы не хотим никакого конфликта на нашей государственной границе. Нам не надо, чтобы эти бедные люди ходили по Минску, по Гродно, напрягали наших людей. Особенно на госгранице, где пограничники в усиленном режиме сегодня несут службу. Мы оберегаем этот лагерь, мы же его вынуждены охранять, чтобы туда оружие не подбросили. Я уже сколько раз об этом говорил. И продолжаются эти упреки. Ясно, что накаляется обстановка на государственной границе. Ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они через запятую. Лукашенко виноват, следом Путин. Беларусь виновата, следом Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности. Посмотрите, что в Черном море делается. Вот мы с президентом России долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море. Поэтому обстановку специально нам накаляют. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения. Поэтому всякие обвинения в том, что это нам надо, это глупость последняя. И вот мы играем по правилам Лукашенко. Ну так не играйте по этим правилам. Не играйте, сделайте наоборот. А наоборот у них так. Надо забрать этих мигрантов, и мы выбьем из рук козырь у Лукашенко. Ну так выбейте их. Выбейте, заберите этих мигрантов, у Лукашенко козырей никаких не будет. Что за безглуздица такая? Что за глупость? Ляпают там, что попало. Ну сказать, что мы препятствуем поставке гуманитарной помощи, ну это уже безумство полное. Если бы не эта гуманитарная помощь, там бы уже половина этих людей умерли бы. Но очень упертые. Нет, и все, мы хотим Европейский Союз. И вот эта политика, вот не хочу быть там тут провидцем, но вот то, что творят европейцы сейчас, это аукнется.